Всем привет! Сегодня у нас на столе вот такой клиент. Блендер. Блендер Сатурн 500 ватт. То есть будем сегодня разбирать его. Нет питания. То есть подключаем к сети 220, и получается у нас он не признает никаких, вернее, не подает никаких признаков жизни. То есть будем его сейчас разбирать, ремонтировать. Так что смотрим. Чтобы снять крышку, вернее, начать раскручивать, то снять крышку, вот поддевается эта крышка верхняя, и все. Визуально вроде бы все чисто, без короткого замыкания. Ну, смотрим дальше. Так, разобрали, сняли. Получается, у нас вот есть плата, которая идет к самому моторчику, выставляем на прозвон, и на прозвон дергаемся клемме хода, и к одному из краю самого штепселя. У нас есть звук, то, что прозванивается. Потом берем ко второму краю, то есть коричневому. Тоже есть питание. То есть у нас провод, сам провод, этот, который идет к плате. Он целый. Ищем проблему дальше. Меряем мы дальше. Получается, что вот у нас есть предохранитель этот, то сам предохранитель, он не прозванивается. Предохранитель, он перегорел. Ну, будем искать такой предохранитель, чтобы поменять его. Я нашел блока питания Петра. Предохранитель вот на 5. Собираем той же последовательности, как и разбирали. Так, одеваем облицовку, все как здесь было, все, и проверяем. Работает это. Получается, на второй, на первой. Работает. Можно отдавать, чтобы люди пользовались. Кому понравилось,
Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал. Дальше будут другие видео на разные темы.